Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас новый завоз на базаре. Наконец-то у нас добавили. Забрал я скин, был плюшки. Сейчас покажу вам. Давайте так, сначала этот покажу. Временные акции. Ну, неплохо, можно собрать скины Дрейка. Плюс еще уже начали подавать ордена, потому что их очень много надо на прокачку. Также продают новые сеты рвения. То есть тут плюс одна клетка, атака и деф. Интересный сайтик. В принципе, можно собрать и рунами для героя, и будет неплохо. Скин на Фрейю я уже показывал. Скин на Афину, это второй пак. Ну и самое основное, вот такие вот начали опять мешки продавать. Здесь можно получить как скины, так и осколки бабульки, так и новый талантик рвение. Плюс, конечно, дешевый Анубис за пак получается, и камни, ну и корки, дофига эмблем. В общем, вот так вот забираем наш первый. Получить все вот так вот. То есть, это основной, то, что я забрал. Сейчас я дополнительно заберу остальные плюшки и будем открывать их и смотреть уже на скин заклинательницы, как он выглядит. В действии. Ну, Фрейя, например, мне понравилась. Я на китайке тестил. Очень-очень неплохо смотрится. Плюс теперь можно будет еще дополнительно на Фрейю прокачать талантики, потестировать. Ну, радует, что они быстро это все добавили, скажем так. Понедельник, вторник, сегодня среда, у нас уже в принципе все есть, все скины есть. Все, что надо для дальнейшей игры, есть. Единственное, теперь осталось попроходить локации новые, древние испытания. Так, забился почтовый ящик. Ну, в принципе, я потом дособираю. Так, получить. Ну вот, забрал дополнительно еще, видите, три пака таких маленьких и основные. То есть вот такие вот плюшки, идем сейчас будем их открывать и тестировать это все дело. Так, окей, поехали. Поехали. Давайте сначала скины. Вот темная охотница, я уже показывал, как он выглядит на китайке у меня. Так, и плюс у нас... Так, где у нас? Вот заклинательница. Эфирная принцесса. Вот так вот называется ее скин. Окей. Давайте сейчас их затестируем. Сразу посмотрим. Так. Они у нас уже в самом конце. Опять придется привыкать к такому алтарю. Так, ну давайте такую Фрейю. У меня одна заклинательница есть. Вот так вот. Поехали, посмотрим, как она будет выглядеть у нас в бою. Все. Так, отлично. Ну, Фрейю я вам показывал. Так, зарядили мы вражескую. Сейчас пусть пропадет умение ее и запустим уже остальных. Так, есть вот заклинательница. Ну, в принципе, ничего. Единственное, что изменилось, смотрю, сам дух поменялся. Ну, сделали анимашку ему. В принципе. Так, посмотрим на ее. Вот она огнями. Ну, такое...
тоже прикольно смотрится, согласитесь. То есть и тот герой, не знаю, многих там бомбило, что они не очень. Мне, честно говоря, понравились эти два скина, хоть смотрится вот действительно красиво по сравнению там с той же самой Афиной, которую просто испоганили скином, хотя ожидалось, будет намного все лучше. Так, ну это понятно. Рея вошла в действие. Так, ну давай, шатай их всех. Ну красиво смотрится, согласитесь. Смотрите, к стычке просто выносит. Сейчас, конечно, может убьют. Может и не успеют. Убили, успели. То есть такие вот у нас скины появились. В принципе, неплохо. Поехали открывать плюшки. Посмотрим, что там у нас добавилось. Так, силушку я уже прокачал наконец-то. Так, это я потом пооткрываю. У нас тут есть интересного. Карты смены. Вот сейчас надо будет талантики на Фрейю натащить. Вот давайте сразу же. Так, тут депакт. Вот сразу смотрите, тяжелый удар. Гремка четвертая, я живо. А тут вот так вот. Так, гремка четвертая. Давайте тут, где живо, я поставлю утекание. Сейчас паролем, что там у нас есть еще. Карты у нас остались. Так, вот замедление, конечно, вчера ролил. Корка. Ну, корка для Фрея это такое себе. Ну, поставлю пока временно. Так, окей. В принципе, тут утекание уже можно сразу улучшить. Потестируем ее с утеканием, как она будет против других героев выживать. Так, окей. Есть. Тут тяжелый удар. Ну, пусть пока будет заклинательница. На нее, не знаю, наверное, священный огонь поставлю. Потестировать. Интересно будет тоже в такой сборке на нее посмотреть. Так. Ну, по талантикам я еще попозже разберусь. Так, окей. Дальше, дальше, дальше. Что у нас дальше? Поехали дальше плюшки открывать. Камней у меня хватает на прокачке. Вот такие вот новые карты удваивают ежедневную награду из древнего испытания. Это я уже тоже показывал. Когда у вас есть ежедневка, у вас появляется окошко, вы можете нажать на него, и вам дадут в два раза больше наград, которые у вас есть. Я пока их тратить не буду, потому что мне надо будет попроходить локацию еще. Но скоро потратим их все. Так, окей. 10 сундучков. Это обычные сундуки. Ну, 4 коробки выпало, фига себе. Вот это так фартануло. Так, давайте теперь 10 сундуков второго левела. Воу, нападало отлично. Смотрите, сколько всего нападало. 300. Просто огонь, награды просто супер. Не знаю, мне нравится. Практически все упало отсюда. Ну, самое основное это 300 сундучков вот этих. Это считайте плюс 30 миллионов, по-моему. Так, окей. Дальше. Карты я пока трогать не буду. Так, сетик этот надо открыть. Надо все руны новые перековать. Ну, поехали. Самое основное у нас что? Вот эти сеты открыть, посмотреть сейчас. Так, огнекрыло мы пока тоже трогать не будем. Хочу накопить нормальное количество и просто продать за кгшки. Поехали. Мешок Лазаря.
10 штук открываем сразу. Вот так вот. 30. Ну, в принципе, неплохо. Сейчас прокачаем еще немножко и скинчик. Так, а что Фрейя дает облик? 400 атаки из жизни. Так, ну давайте. Ну вот так вот немножко прокачали. Атака 505, жизнь, крит сопротивление, крит удар. Ну, честно говоря, крит сопротивление ей как-то, ну, пофиг. Плюс критический удар 250. Да, конечно, она будет жесткая, жесткая. Крит удара тут у нее у меня хватает. Окей. С этим мы разобрались. Теперь хочу еще посмотреть одну штучку. Сейчас мы поставим. Сделаем эмблемы. Так, пятерки и тройки сейчас сделаем. Где бы столько найти еще красных кристаллов на это все? Так, с этим мы разобрались. Так. Давайте поставим сейчас на... третьего уровня сделаем. Ай-яй-яй-яй, четверку сделал. Ну ладно, делаем уже четверку. Немножко не туда зашел. Так, четверку. Делаем одну четверку. Так, что это у меня с чем он? Каменка. Ну, давайте. Давайте на вольте потестируем. Снимаем ремку. И ставим новую эмблему. Вот, дает плюс одну дальность и увеличивает атаку на 20, снижает получаемый урон на 20. То есть вот так вот. Он сейчас у нас должен за 5 клеток бить. То есть можно и рунами собрать. В принципе, руны тоже альтернативный вариант. Так, бабка нам сейчас тут не нужна. Сейчас мы найдем вольтика, потестируем. Вот он. Так, теперь осталось найти расстановку еще без стрелка. Есть, нашли мы расту без стрелка. Запускаем, смотрим. Да, все-таки, видите, дальность атаки чуть-чуть дальше получается. Ну, красиво, красиво смотрится. Смотрите, какой огненный шар пуляет. Вот скин Вольта мне очень нравится. Все, активировали Фрейю. И сейчас говорим Вольту до свидания. Ну, хотя пока она мисует, конечно, но... Вот так вот. Плюс одна клетка. Так, бабулька. Вот смотрите, что может бабулька сделать. Правда, у нее сейчас нету рун утекания. У нее только ангел есть. Расправляется только так. Ну, в принципе, все. Вот так вот, ребят. Вот такая вот у нас сегодня акция. В принципе, неплохая. Скины смотрятся неплохо. Понравилась мне Фрейя. И заклинательница тоже смотрится офигенно. Сейчас давайте еще раз посмотрим на них. Давайте не тут посмотрим. В подземках. Жестокая. Так, давайте сначала заклинательницу. Ну, анимацию духа изменили. Все, вот он включился и начинается месиво. Ну, неплохо так смотрится, конечно. Так, а сейчас Фрейя, смотрите, как Фрейя сейчас будет
Две с половиной, две Фрея практически всегда критом сносит. 3800. Но у меня тут, к сожалению, нет отхила сейчас. Все, Фрея ушатали. Ну, в общем, такое вот. Отлично. Ну, я не знаю, в этом плане мне понравилась обнова. Не буду бомбить про стражей, как обычно, потому что это реально какой-то трэш они сделали. Ну, а так... Годно прорисовали, сделали красивый скин, он и смотрится красиво, смотрите, заклинательница. Красота. Сработала фракция, как видите, они с одной фракцией еще даже. То есть вот как-то так. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайк, репостик. Ссылочка на огнекрыло в описании, всем удачи, всем пока.